По итогам слушаний в администрации района глава муниципалитета Олег Хромов провел заседание рабочей группы. В ней приняли участие члены комиссии, проводившей публичные слушания по проектам ПЗЗ, представители совета депутатов района, руководители профильных служб администрации. На заседании были заслушаны главы городских и сельских поселений. Каждый из них представил список поправок в правила землепользования и застройки. Предложенные правила вызвали много вопросов и нареканий у жителей, у собственников земельных участков. И очень приятно, что сегодня вот проходит такое совместное обсуждение этих замечаний и тех итогов публичных слушаний, которые произошло с администрацией района, с главой Ленинского муниципального района Олегом Владимировичем Хромовым. И вся комиссия по землепользованию и застройке пытается услышать все моменты, которые были высказаны на публичных слушаниях, обсуждаются эти вопросы, находится взаимопонимание. Действительно, представленные планы землепользования и застройки вызвали немало вопросов, прежде всего, у самой администрации муниципалитета. Главная претензия – большое количество несоответствий с генеральными планами поселений. По сути, многие правила вступают в противоречие с уже существующей практикой использования тех или иных территорий. Сегодня как раз моя задача, задача глав поселений, задача комиссии, которая проводила публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, все эти нюансы учесть. Мы в обязательном порядке ко всем протоколам приложим все письменные и устные заявления жителей, которые высказывались в ходе публичных слушаний. Вторая задача заседания рабочей группы – выработка четкой позиции относительно проектов правил землепользования и застройки самой администрации района. Итогом работы должен стать пакет поправок к ПЗЗ, которые будут направлены на доработку в Главное управление архитектуры и строительства Московской области.